То есть вот отлитые детали, да? Так, секундочку. То есть в данном случае это стойка предпужника на плуг. Сложно ее изготовить. Вообще достаточно сложная форма сама по себе. То есть мы льем, метод литья, она еще горячая, да. То есть дальше она обрезается, обрабатывается, сверлится и так далее. А сейчас что вы будете делать? Сейчас будет обрезать с кустов. По две штуки. То есть это вот деталь, вот отход весь. Это все отход. То есть метод литья у нас по выжигаемой модели. Это максимально точное литье. Вот вы видели, допустим, на пропашной сеялке, да, вы трогали рукой, там догружатель. Называем его бинокль. Ну, то есть тонкостенное сложное литье. Ну, мало кто в Украине может делать такого качества литье. Мы делаем это в промышленном масштабах. Сейчас будет слив металла идти, ну, это как бы всегда такое зрелищное, интересное событие. Это убирают шлак. +1850 градусов где-то сейчас температура. А как туда? Кидают железо, да, туда? Ну да, сначала, то есть плавка идет порядка 2 часов, пока она расплавится. Здесь 450 килограмм. А вот эта форма, да? Это песчаная, это не формочка, это для того, чтобы горловина для заливки. То есть греется ведро, прогревается, чтобы не было охлаждения. Это чтобы попадать, не замывать песок. Потом вакуумируется, то есть это литье, ну можно назвать, как, правильно называется, по выжигаемой модели, да? Так, а вы там уже заготовки внутри? Да, внутри засыпанные песком. То есть полистирольные заготовки внутри, они выгорают и приобретают форму. А какие заготовки вы имеете? Как они уже? Ну, это отдельный участок, мы туда подымемся. Засыпал песком, да? Не, это не песок. Песок ни в коем случае. Это засыпает, чтобы меньше брызгало? Нет, он сейчас делает раскисление материала, то есть, скорее всего, это алюминий. Так, надо приготовиться, куда текать, если что. Да не бойся. Не, он убирает шлак. Он уже там в очках видит, да, что есть. Конечно, это специальные очки, которые... То есть чем отличаются наши металлурги? Потому что раскатывают этот шлак, поэтому и разница в материале. То есть, скажем, чтобы получить хорошее качество, надо пожертвовать там 20-30% материала, просто выбросить его. Встает и сразу отходит. Так, наблюдаем литье будущего плуга или, или бараны. Так, чего сначала все детали. Все, отходим. Сейчас мы находимся в литейном цеху.
вакуум засасывает металл жидкий. Есть такой яркий? Как вулкан. Одна опока готова. Дальше она остынет, ее искры эти на лицо падают. Это дело привычки. Не каждый может стать летчиком. Ага. То есть это особая каста людей, которая не боится ничего. Потому что у меня зрение. Я, например, сейчас ничего не вижу. У меня сейчас все как после сварки. То есть, чтобы добиться хорошего качества детали, да? Иногда приходится, допустим, деталь весит 5 килограмм, надо расплавить 10 килограмм для того, чтобы получить качественный материал. То есть шлак всегда вверху. Есть так называемые прибыли, куда он поднимается, тогда деталь получается очень качественная. В данном случае он убирает лишнее, что убрать его в момент плавки практически невозможно. Вот она уже обрезанная. Но это еще не все, дальше она очищается. Вот рубеметные установки. Это отожженная деталь уже. Это ночь. Горячая, только высыпали что ли? Ну, отжигает, то есть она должна набрать сначала сливы, потом опять это сливы. То есть литье очень точное. Да, надписи. Надписи там. Калим эти втулки, которые там точили. И в воду, да? Так что любой, ну это надо знать еще какой металл, да, дома можно закалить, нагреть и воду кинуть. Но процесс закалки, потом идет обязательный процесс отпуска. Если ее не отпустить. А как отпускать? Потом ту деталь еще. Смотрите, отпускают? Можно было иначе это делать, да? Как обычно делают на других производствах, да?
На других производствах берут вот это весь мешок, закидывают в печку, нагревают и все сразу, да? И мы не получаем качественной закалки. Потому что на... То есть здесь нужна максимальная твердость на этой штуке, да? Она должна быть максимально твердая. То есть когда мы делаем это пачкой, печь, вот она, допустим, да, мы ее применяем только для отпуска. То есть мы когда открыли дверь, сразу температура упала. А, то есть потом еще ту деталь еще надо раз нагревать, да? Конечно. Потом отпуск, потом уже шлифовка или там, в данном случае мы работаем специальным там материалом, специальными резцами, но они тоже, их хватает там на 20-30 деталей, после этого надо менять. Это индукционный нагрев. Это как? Микроволновка, только очень мощная. А-а-а. То есть, если палец засунешь, не будет горячее или будет? Не будет. Не, закипит кровь. Ну, то есть каждый палец, каждую мелочь, ничего нет сырого, да? Вот в данном случае мы видим ее, она такая черновая обработка, да? То есть мы обработали ее там на обычных станках. Дальше мы закалим, потом пойдем в чистовую. Смотрите, почему на лапа работает лучше? То есть мы упростили лезвие в разы, да? Когда мы делаем фрезерование, ну просто это совершенно другой процесс. Мы здесь фактически делали то, что кузнец оттягивал когда-то. Мы единственное, что это делаем. То есть я придумал это, и мы это делаем, поставили этот прессик маленький, 400 тонн усилий. Делают наплавку на лемеха. Вот как делается на плавке. А тут происходит закалка втулок на сеялку.
здесь это сердце, наверное, любого машиностроительного завода, особенно сельхозмашиностроения. Это там, где мы делаем термическую обработку деталей. От этого зависит абсолютно все. Это уже отпущенная, да? Ну вот давайте мы посмотрим, допустим, там, любую выбирайте, вот куча, да. А я уже стукал там одну эту. Да не, ну так, чтобы мы не это самое, не. Вот берем эту, да. Да, так посильнее, то есть не жалейте. Ну вот давайте не так, вот давайте да вот. Ну, глянь, не, вот сюда, где да ну, лучше видно. А тут четко видно. Ну, вот. Да посильнее. Да. Мне все кажется, что там что-то. Да, тут нормально. Здесь ничего нет. Ну, только окалину сбили. Угу. Я тоже стукал, там краска только. Не, это любое, хотите время, то есть любое изделие просто берем, чтобы вы понимали, что им можно это зубило. А, которое... а лапки или них с одного, это уже не там? Да, все да? С одного. Диски от с одного, все с одного. Это лемех на Болгарию отправляем, болгарский. Лапа, бритва, все с одного материала делается. Мы там можем посмотреть, как закаливается лапа, да, допустим, интересно. Процесс. То есть печи нашего собственного изготовления. Девушка, ее задача просто положить вовремя лапку. Дальше она уже в процессе не участвует. А после вот этого, вот как нагреется, чем-нибудь льется, там маслом заливается? Ну, смотрите, то есть... То есть здесь она положила, то есть она никак не участвует в процессе. Дальше отвечает электроника за все. То есть следующий этап она попадает сюда. Самая качественная закалка происходит на воду. На масло это как бы такая щадящая, да, то есть. Но тут очень важно выдержать в этой печке, самое главное, это режим температур, да. Вот это электроника. То есть это, скажем так, наши самодельные вещи, да, их в мире, в принципе, если мы посмотрим на других производителей, это печь будет там, 20 метров в длину, газовая, с такими трубами. То есть мы это придумали свое и свое дело. То есть режим температур, вот он. То есть это первая зона, вторая и третья, да. То есть видите, что значение стоит ровно, да, то есть там плюс-минус 1 градус. Она, наверное, но я бы не советовал. Не-не, она беспрерывный процесс идет. Вообще происходит? Что? Что он там давит? Что он давит там? А, ну это получается гибко идет. А то он выходит. Видишь, это гибко идет. А, под свою форму. Да. Ну, тут ты клеймо ставишь. Клеймо. Не надо. А, видно. Ну, классно, ты можешь смотреть там, он форму. Да. Это плоский идет, видишь, плоский. Вот как делается лемешавые лесагровские.
Вот с чего начинаются диски. С таких листов. Сейчас наблюдаем процесс, как делают ромашки. Вот как из листа сделали диск. Вот процесс, как гнут диски. Там они нагреваются. Там камера. Так сильно не видно. Я подумаю, это надо невольно, чтобы ее не крутило, чтобы она была ровная. Так он сейчас какую-то форму придает, да? Он ее делает ровную, по плоскости. Угу. Форму придает в этот. У нас там грудинка есть первая. Кассета стоит. Там вода прыгает. Да. Не отвала, грудь этого башмака. А, ну там есть внется. Вот, это одна часть, да, на башмак идет. Это боковина. А есть еще грудь башмака, которая они между собой. Ну я в курсе. Вот. Так вот, грудь башмака гнется там. Она гнется, и так же самое в заневольном состоянии калится, для того, чтобы они были идеально, ну, одинаковые. Так это сейчас, как оно и охлаждение процесс да, идет да, сразу. Да, покажете. Это ж калится он. Угу. Вот это закалка идет. Сейчас она будет уже где-то единиц 50, 53 там. Ну, короче, 50, потому что когда в заневольном состоянии вот так, где-то 50 единиц. Потому что когда окунаешь, окунанием она быстрее охлаждается, она тверже немножко. Но 50 единиц это можно отрубить. Это же да. Ну, они холодные. И ровные. Вот смотри, она, видишь, она по плоскости ровная. И никаких вот деформаций нема, ничего. Вот она встала, закалилась, металл каленый. И идеально ровная. Вот и все. Угу. Видишь? А если, допустим, ее просто окунуть в воду, то ее крутит. Я понял, а то вы просто ложите, чтобы перекоса чтоб не было. Перекоса не было, вот угу. И все. Можешь еще раз показать? Ага. Вот, включи воду, покажи, как вода течет. Он отправляет на отпуск обязательно. Вот она сейчас закалила, вот вода, видишь? Угу. А вот это мне интересно, а как отпуск происходит? Нагреваем в печи. Ага. Вот печи отпускные, вот типа вот таких вот две штуки есть. Но угу. Там они опускают печь, включают 250 градусов. Три часа она стоит при температуре 250 градусов. Угу. Для чего? Для того, чтобы снять внутреннее напряжение, понимаешь? Если не отпустить, то она лопнуть может сама по себе, потому что при закалке она... Получается, когда мы дома пытались что-то самостоятельно закаливать, вот то, что нагрели, потом там или масло, или воду, то все до одного места, да? Нет, надо еще отпускать, да, потом? Конечно, она лопает потом. Так, сейчас мы будем наблюдать процесс, как из вот этой штуки...
сделать вот такую за пару секунд. А как вы узнаете, какая температура уже? Во-первых, по цвету. Ну, во-первых, по цвету, да. Но во-вторых, у него специально часы висят. Для чего мы и при мощности, допустим, у него там сейчас где-то около 100 кВт, 150 кВт мощности. Время там, допустим, начальная, допустим, минута, там полторы, там где-то две, а потом, когда уже последующие идут, каждую минуту. Вот такой вот процесс. Вот там мощь. И потом уже такие детали получаются. Ну давайте, стой, давай возьму. Это же из этой вот эту делают, да? Не эту. Это ну примерно, да? Примерно, да. Сама. Ага. Вот это такая деталь получается. Да. Ясненько. Вот поэтому экономия металла такая. Все, вот это самое сложное.